Гомельская центральная городская дитячая поликлиника – самая молодая медицинская установа областного центра. Ее официальное открытие отбылось всего около 4 года тому. Это позволило значно полепшить обслуживание детей и подлетков одразу 5 микрорайонов города. Сегодня поликлиника отповедает всем самым сучасным потребованиям и оснащена наиновшим обсталеванием. У нас есть все необходимое оборудование, вся диагностическая база, и мы можем оказывать весь комплекс услуг для наших деток. Также мы оказываем его и для иностранных деток на платное основе, что привозит нам, пусть небольшую, но прибыль. Есть все необходимое, мы очень этим гордимся и стараемся поддержать в хорошем состоянии для того, чтобы как можно дольше наше оборудование прослужило и приносило диагностическую и лечебную помощь нашим деткам. В отрознении от инших медицинских установ города, у Гомельской городской дитячей поликлиницы есть свои особливости. Еще на стадии проектования тут имкнулись предугледить максимально комфортные умовы для батьков и их маленьких детей. Причем процесс оснащения покоев специальным обсталеванием протягивается и зараз. Одна из мет приезда епископа Гомельского и Жлобинского Стефана – вручение обсталевания, которое позволит створить умовы для кормления детей в возрасте до 2 годов. Некоторые маленькие пациенты проводят у поликлиницы по нескольких один. Для их отпочинку необходим особный покой. Подарунок епархии будет установлен у кабинете здорового дитяти. Покой здорового дитяти у поликлиницы існует 4 года. За месяц его наведывают больше 200 женщин. Тут можно не только отпочить с немовлятами, но и отримать практически все виды необходимой консультации, как например, правильно кормить детей и доглядать за ними. Наведывание епископом створенного при дитячей поликлинице Центра подлеток плановалось загодя. Открытый год тому у рамках совместного проекта Министерства охраны здоровья, Евросоюза и Организации Объединенных Наций он с первых дней работает в тесном сотрудничестве с Гомельской епархией. У речи у их огульная задача – допомогти подлеткам консультации по основах здорового ладу життя, тематичные акции, экспресс-тестирование и научальные семинары. Тут можно отримать отказы на любые питания, которые хвалюют молодых людей. Трех позднее, под час встречи с коллективом поликлиники, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, який назове себе духовным доктором, звернется до медицинских работников с пожеланием завсёды дарить людям надею на життё, теплыню и пяшчоту. Это не залежит от узросту и веровызнания человека. Головное быть здоровым духовно, тогда и здоровье физическое будет обовязково. Пожелать мира, добра, взаимопонимания, и чтобы в каждом сердце была любовь, чтобы будет любовь в сердце, будет любовь между нами, и мы будем жить в мире. Ну и побольше улыбок, потому что улыбка – это настроение души человека. Пусть Господь хранит в добром здравии всех на многие благое лето. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».